Здравствуйте, дорогие друзья, канал Вере на даче, я Ирина Красовская. Говорю немного тихо, конечно, но для того, чтобы не спугнуть моего гостя. Сейчас мы его наведем. Где он у меня тут? Вот он. Вот он. Потому что уже очень хорошо слышат. И, конечно же, каждый год они приходят. Пришли с опозданием. Все-таки их очень, ну, как бы много я замечала в мае. Сегодня у нас 19 июня 2023 год, регион Беларусь. И вот первый гость, которого я сегодня увидела. Довольно-таки не маленький, надо сказать. Потому что бывают совсем малюсенькие ужи. Ну, вот в тенечек прилег. Жарко у нас. Но, в принципе, хорошая температура. 26-25. Но лежит в тенечке. Кстати, я видела, как у меня тут мышки бегали. Это мой цветник. Я вам сейчас его покажу. Вот перед домом. Это моя клумба. Совсем недавно ее закончила рассаживать. Вот. И дорога, конечно, поле. Мышки бегали, да. Потому что как-то все-таки котов я не очень хочу на своем участке. Все-таки они портят растения. Ну, в основном коты не бездомные, конечно же. Соседские, деревенские приходят. Тоже поживиться, может, какой-нибудь едой на мусорке. Ну, или, может, мышей словить. Если мышей, то было бы хорошо, конечно. Ну, вот, я стою приблизительно метр от ужа. Он на меня посмотрел первоначально. Понял, что я его трогать не буду. И лежит в такой же позе, как и лежал. Такие гости. Ну, он какой-то серенький. Обычно всегда они черненькие должны быть. В принципе, гадюк я видела. Я не думаю, что это гадюка. Гадюка все-таки такая серо-пятнистая. Так, а чтобы там на мордочку его хорошенько посмотреть. Ой, я немножко ушла с экрана. Вот. Ну, вот желтые пятнышки возле ушек. Говорят о том, что это уж все-таки, да. Ну, расцветка, конечно, подозрительная. Напишите мне в комментарии, кто это может быть. Потому что, ну что ж, где-то тут, ну, сколько метров? Ну, 50 метров, наверное, даже нету. Озеро, болото, всего там предостаточно, лягушек предостаточно. Но все-таки любители они посетить дачные участки. Хорошо, если бы, конечно, кротов они немножко тут так покушали. Но даже не знаю, ловят они кротов или нет. Сейчас прошел очень сильный ливень. Ну, не сейчас, вчера. Вижу, что бочки полные воды. Вот. Кроты, может, сейчас не будут подниматься. А так они, конечно, попортили мне тут много всего. Ну, вот не такой небольшой ролик. У меня уже есть ролики про ужей. Каждый год, в принципе, они приходят. Человека они не боятся. В прошлом году уж был еще крупнее. Такой толстенький ходил. Такой, знаете, нагловатый. Рядом со мной пройдет. И в сарай зайдет. И как бы ему все пофиг. И я наблюдала, как он съедал мою единственную лягушку. Две лягушки я видела у себя на участке, небольшие. Выходят обычно вечером они, лягушки. Ну, наверное, сейчас отлежится и пойдет охотиться. Конечно же, что-то у меня тут нет хвороста, чтобы он прятался. Обычно они прячутся в травах или в хворосте. Дров на улице нет, но хворост есть. Так что имейте в виду, если вы складываете хворост, возможно, конечно же, там могут и отлеживаться ужи. Предупредите об этом детей. Так что вот канал Ирина Дача, я Ирина Красовская. Чем вы можете похвастаться в этом году? Лето наконец-то началось.
И слава богу, сейчас начались уже грозы и дожди, потому что 2 месяца у нас ни капли с неба не упало. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем удачи.